Стоп, это что, ковры из той самой пряжи? Я из нее уже сделала вот такие вот подушечки и сумку. На кухне капец, как не хватает ковра. Я уже нашла схему, по которой плести, поэтому нажимай на эту кнопочку и погнали. Такая вот у меня пряжа, капец, долго искала цвет. Сечение меньше, чем у старой. Разматываем весь моток. Интересно, какого размера коврик из него получится? Начало положено. Сверху, снизу, сверху, снизу. Какая типа сеточка. Фу, спустя полчаса я сделала первый ряд. Сейчас нужно этот ряд удваивать. Не переживай, полное видео, как я делаю этот ковер и все схемы я выложу у себя в Телеграме, так что заходи. Подписывайся, чтобы сделать такой же милошный коврик. Прошло еще полчаса, и я сделала второй слой. Стоп, это что, все, что осталось? Да, потому что я его уже доделала. Остается немного подтянуть. Прячем кончики. И вот такой вот результат. На такой коврик у меня ушло килограмм пряжи. Супер мягкий и приятный. Набираем 100 000 лайков, и я делаю большой ковер.